жил на пригорке барсук со своим неразлучным другом ежом. Зимой, напившись чаю, друзья удобно устраивались на сухих листьях, и только первые весенние капли прерывали их сладкий сон. «Пора на пригорок!» – спохватывался еж. А дело в том, что каждую весну нору барсука заливало водой, и друзьям приходилось спасаться на самой макушке пригорка, где стояла юрта ежа, сложенная из листьев. Весну они проводили у ежа, а с приходом лета начинали готовиться к зиме. И вот однажды только хотел барсук полакомиться грибами, как услышал радостный вопль ежа. «Барсук, смотри, малина на юрте выросла!» «Малина на юрте?» – удивился барсук. «Как красиво!» – прошептал еж. «Да, очень вкусно!» – согласился барсук. «Значит, и в малиннике малина выросла». «Так зачем ты эту съел?» – огорчился еж. «Она была такая красивая! У нас с этой малиной был бы самый красивый пригорок!» – подумал еж и очень обиделся на барсука. И стали они жить каждый сам по себе. На редкость урожайной выдалась осень. «На двоих хватит», – по привычке решил барсук, но с грустью вспомнил, что теперь-то он один. «Может, придет?» «Наступит холода и придет», – утешал себя барсук. Но еж все не шел. И тоскливыми осенними днями барсук вспоминал, как им было хорошо вдвоем. «Уже холодно», – забеспокоился барсук. «Замерзнет там в своей юрте еж. Слушай, еж, пойдем ко мне». «Пусть я замерзну, а к тебе, обжоре, не пойду». «Ну и мерзни». Вскоре и зима наступила. «Неужели и вправду замерз?» –
заволновался барсук. Ёж, ты что, обиделся? Прости, я тогда не подумал, что это красиво, и съел малину. Да ладно, она опять вырастет, и у нас будет самый красивый пригорок.